Приехало правительство в город Н. Смотрит, мужик идет, в фуфайке, да в валенках старых. Спрашивают: «Как живешь, мужик?» «Да на хлебушек хватает», — отвечает он. «А если мы цены поднимем?» «Поднимайте, вы правительство, вам виднее». На том и порешили. Прошел год. Та же ситуация в том же городе. Тот же мужик, одет уже более опрятно. «Привет, мужик, как жизнь?» «На хлебушек хватает», — отвечает. «А если мы еще раза в два цены поднимем?» «Поднимайте, вы правительство, вам виднее». Приехали на следующий год, смотрит, а мужик уже в куртке кожаной, в штанах хороших. «Привет, мужик, как поживаешь?» «На хлебушек хватает», — отвечает мужик. «А если мы еще цены поднимем?» «Поднимайте, вы правительство, вам виднее». Заинтриговал мужик. Стали каждый год в город приезжать и цены поднимать. А мужик с каждым годом все виднее, да завиднее становится. Прошло несколько лет. Снова приехали в город. Глядь, а мужик кто? При костюме от мастеров заморских. Бентли у него с водителем личным. Подходят, спрашивают. «Слушай, мужик, ну у тебя прям все хорошо». «На хлебушек хватает», — отвечает мужик. «А если еще цены поднимем?» «Вы правительство, вам виднее». «Слушай, мужик, ты вообще чем занимаешься?» «Я директор кладбища».